Шановні друзі, шановні члени, члени-кореспонденти нашого клубу одеських телеглядачів, скорочено КОТ, ми вітаємо вас з ще одним святом нашої зустрічі в ефірі. Сьогодні йдеться про прямий ефір у суботу. Хто не вдивився як слід і бажає передивитися, чи потім узнає, що була така зустріч, має змогу подивитися цю передачу у неділю о 15-й годині. А починаємо ми, як завжди, немудря лукаво, з такої відеоінформації, яка спрямована для тих, хто вже знає, трохи нагадати, бо повторення вона мати науки. А хто вперше чує, зверніть увагу, що там є поле для ваших зусиль. Отже, ми кожному, хто є справжнім телеглядачем, на честь 60-річчя одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОТ – Клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання відповіді щосуботи о 13:00 в Клубі одеських телеглядачів. Природньо посада, висока, вища посада президента клубу одеських телеглядачів, а це, як мені підказали люди, які бувають за різними бугарками, що це унікальний клуб, бо нікому, може, і в Європі, а може, у світі не спадало на думку в одному клубі об'єднати людей от за такою ознакою, що він телеглядач. Ну, а хто ж сьогодні не телеглядач? Ми будемо, безумовно, враховувати ваше побажання, коли буде стояти мова про те, хто ж саме і насправді має оце високе право бути президентом клубу одеських телеглядачів. У нас є вже колекція кандидатур, які ви запропонували наші колеги. Будемо це розглядати. Що стосується нашої зустрічі сьогодні, то нам сьогодні зробила честь людина, яка стоїть у ряду тих, хто тут бував, тому що це людина видатна, це людина відома, людина славетна. А головне в даному випадку те, що це людина, яка, можна сказати, починала свій шлях у самостійне життя, в тому рахунку і отуточки, от під цим кровом, от Василь Васильович так хитає головою, не знаю, це радісне хитання чи сумне, чи і так, мабуть. Ну, это, действительно, это и радость, это, в общем-то, и где-то, вы знаете, вот этот юбилей, который будет приближаться, это где-то и праздник со слезами на глазах, потому что действительно очень так достаточно серьезно ностальгируешь. Вот о тех годах, это, в общем-то, была юность, вот, и первых шагах в телевидении. Спасибо большое, Ким Борисович, за возможность вот так пообщаться и обратиться к своему прошлому. Дело в том, что действительно вот первый шаг сюда, вот именно вот в эту студию, был совершен еще в 1968 году. Вот, и тогда вот вела программу Сироткина Людмила Васильевна. Очень-очень интересная женщина, и она как-то очень по-матерински ко мне отнеслась. И она вот совместно со мной создала первую передачу. Мне тогда было еще, в общем-то, фактически, я только поступил на первый курс университета, вот совместную передачу, даже еще не поступил, как раз перед поступлением, передачу «В редакцию пришел поэт». Вот, и тогда вот с экрана телевизора, ну, фактически на целый регион я попытался, в общем-то, свои поэтические эксперименты представить. Это очень запомнилось, знаете, вот сама по себе атмосфера, я впервые прихожу сюда, для меня это вообще событие. Это был, в принципе, недавно еще отстроенный корпус, это считалось очень большое телевидение, вот возвышалась эта гигантская вышка, которая возвышается по сей день. И вы помните, мы жили тогда в эпоху как раз телевизионной децентрализации, то есть тогда не было, скажем, такого монопольного вещания центрального телевидения, практически областные студии были событием номер один, и, скажем, дикторы телевидения – это были, в общем-то, региональные сенсации. Вот недавно, кстати,
прошла совершенно замечательная встреча с Нелли Харченко, которая как раз и рассказывала, что вот в тот период, вот, начиная с 1956 года и в последующие годы, она просто была, так сказать, вот, сенсацией Одессы. Вот все это, конечно, очень здорово на меня подействовало. И с тех пор я поддерживал отношения с Людмилой Васильевной. Потом, тогда еще были совершенно молодые ребята, это Леня Сущенко и Гарик Голубенко, которые вели молодежную программу. А там раскрутили уже и такую программу под названием «Салют-фестиваль». Кстати говоря, мы явились инициаторами вот этой программы. Потом это все перехватил Саша Масляков вот уже на центральном телевидении. Но вот это все для нас это было, конечно, очень интересно. Это была целая эпоха. Василий Васильевич, сразу несколько вопросов. Угу. Несколько строчек можно припомнить из тех стихов, которые ты... впервые тут читал. Вы знаете, вот действительно их могу припомнить, потому что это так врезалось в память. Это были совершенно такие, знаете, юношеские подражательные стихи. Но тут навеял, в общем-то, конечно, где-то и символизм, это где-то, в общем-то, вот все это увлечение Блоком и Белым и так далее. Вот, стихи под впечатлением южной природы, юношеское переживание какого-то совершеннейшего жизненного восторга. Вот такое кратенькое стихотворение звучит так. «В ветках ветер поразвешен, разомлевший от жары. В поднебесье бьют черешин бильярдные шары. Резанув дамасской сталью, гром смешал, взбивая даль, с дождевой вертикалью облаков горизонталь. Эта сила, что издревле низвергалась в мир страстей, бьет в сосудистых деревьях всех отчаянных людей. Восхищенно пьем с Айпетри воздух в пенистых садах, центр вселенской геометрии в человеческих сердцах. Отраженных радуг кольца гром с размаху наковал, и земля весну и солнце заключает в свой овал». Такое, знаете, геометрическое стихотворение. Ну, это, в общем-то, символизм и... даже отчасти экофутуризм, да, потому что там и Маяковский прослушивается. Да, безусловно. Маяковский тогда вообще Бурлюк был моим кумиром. И кто угодно. Но я боюсь, что вот твои студенты сейчас первым делом спросили себя, а кто такие? Тут имена какие-то звучат. Нет, я ошибаюсь? Ну, вы знаете, ситуация такая, что есть ребята, которые достаточно серьезно и глубоко интересуются. То есть, понимаете, вот мы живем в эпоху такой достаточно серьезной дифференциации во всем, понимаете? Вот расслоение, не только имущественное расслоение, к сожалению, вот деление на бедных и сверхбогатых, к сожалению, это наблюдается в нашем обществе, к сожалению, расслоение и в интеллектуальном плане. То есть есть, конечно, вот такая интеллектуальная элита, которая очень серьезно и глубоко пытается интересоваться всем. Есть ребята, ну, которые, в общем-то, так где-то вот участвуют в процессе, в общем-то, обучения там, и получения диплома. К сожалению, это мы наблюдаем. Вот, понятно, что здесь, конечно, огромную роль, вот как позитивную, так и проблемную, играет интернет. То есть, в принципе, вот в чем проблема? Все-таки мы воспитывались в культуре книги. Вот, а книга – это, в общем-то, такой специфический мир, когда ты сам добываешь знания. То есть, когда ты, читая книгу, формируешь свой мир. А интернет, особенно, вот, скажем, с вот, видеопродукцией и так далее, это, скорее всего, та система, которая уже сформировала некий образный мир, она просто вливает тебе в мозги, понимаете? То есть, в готовом виде. Да, в готовом виде. То есть это, конечно, ну, как любой, скажем так, ступенька в комфортабельности жизни, там, передвижения, перемещения, транспорта, любая ступенька вверх, она, в общем-то, порождает и проблемы. Ну, скажем, то, что там, мы сейчас в большей степени передвигаемся на колесах, это несет угрозу гиподинамии, то есть мы в меньшей степени подвижны, в меньшей степени нагружаем себя мышечно. Вот нечто подобное, я думаю, связано и с современными информационными технологиями. То есть, с одной стороны, гигантские возможности, но с другой стороны, действительно, угроза духовной и интеллектуальной гиподинамии. Ну, с одной стороны, ядерное топливо, которое как будто бы экономит леса там и прочее, с другой стороны, это бомба. Это огромная угроза. Наверное, медалей, с одной стороны, вообще не бывает. Да, мы живем в трехмерном пространстве. Вот, к сожалению, физики меньше всего об этом думают. И у меня такое впечатление, что и политики тоже. Но мы сегодня не об этом. Да, вернее, да. Не только об этом. Вот звонят там часто зрители. Кстати, ведь когда я попросил тебя прочитать эти стихи, я не был уверен, что их помнишь. А зрители были уверены, что мы с раз это отрепетировали. Василий Васильевич, ну дай слово профессору, что никакой репетиции не было. Абсолютно, абсолютно. Я, честно говоря, даже шел сюда, не знал, о чем будет речь. Понятно. Вот конкретно, да.
Так вот, в данном случае речь идет об Аркадии Леонидовиче Грине. Фамилия человека Грин, Аркадий Леонидович. Он позвонил мне и сказал, что у него есть для нас любопытные раритетные иллюстрации. Он, то есть, как знаток, собирает эти вещи, связанные отчасти и с историей 60-летия нашего ТВ, с историей театров одесских, оперет, в частности. Вот. И вот спасибо, Аркадий Леонидович, мы, с вашего позволения, сегодня проиллюстрируем нашу беседу тем, что вы предоставили, вернее, фрагментами. И заодно мы с профессором умственно вернемся в те времена, когда вроде бы не за горами было общество «Абсолют», да. И поэтому было не так уж важно, кем мы будем в нем. Главное... И ощущение крыльев за спиной, знаете, вот, некие безмерные возможности, которые вот бескрайние горизонты, которые перед тобой открываются, и ощущение, что жизнь, в общем-то, бесконечна. Да, поэтому многие детали просто не имели значения, не очень огорчались. Сейчас выясняется, что если бы мы этим деталям уделяли больше внимания, то, может, и сейчас жили мы бы не были молодыми, да. Юля, пожалуйста, дай нам один фрагментик. Есть на свете город смех, приглашает в гости всех он. Там веселье, шутки, смех обязательный для всех. Вы слыхали шутки, смех обязательный для всех. Превосходно шутки, смех обязательный для всех. Гром там летом не грохочет, гром повесело хохочет, а по морю словно рыбки всюду плавают улыбки. Летят в небесах самолеты, а летят в небесах вертолеты. Не плывут по волнам пароходы, а плывут по волнам смехоходы. И меня в этот город привез настоящий смешной смеховод. Город смеха, город смеха, надо всем туда поехать. Приглашаем город всех, тех, кто любит звонкий, тех, кто любит добрый и хороший, и веселый смех, смех, смех. Да, совершенно замечательно. А Семен Крупник, который тогда даже еще не был заслуженным артистом, то, что народным, и был живым, кстати, да, сказать. Да, да. Вот тоже и две стороны одной медали. Совершенно, да, совершенно яркий такой, молодой. И вы знаете, вот он передал настроение того времени. Оно было, по крайней мере, в нашем восприятии, это было очень яркое, очень молодое время. Понятно, там были какие-то жизненные проблемы, но они особо не влияли вот на этот общий какой-то настрой. Вот время очень улыбчивое, вот время очень... Знаете, я бы сказал, даже вежливые, то есть как-то люди, ну, человечнее друг к другу относились, ну, по крайней мере, вот тех вот искр, которые сейчас пролетают в отношениях между людьми, электрических, вот накопленных, вот я тогда не ощущал, не чувствовал. Вот это точнее, Василий Васильевич, я не ощущал, потому что, в общем, война, которая была не за горами тогда... В прошлом, да. Она вряд ли способствовала смягчению нравов, она так топтала тела и души людей, и умы, и настроения. Ну, это можно, да, это можно объяснить как конформизм, но, понимаешь, психологически это воспринималось именно... Ну, кому-то вот как... просто повезло, да, кто-то учился в хорошей школе, кто-то попал к хорошим учителям, у кого-то хорошие папа и мама, все то, что мы не выбирали, и поэтому сохранили, вот я, например, очень завидую моему приятелю Борису Бурде, потому что он считает школьные годы хорошими и, может быть, даже лучшими, вот, ну, значит, повезло.
повезло, если это правда. Думаю, что правда. Бывает. Вот. Но надо еще сказать, раз уж мы коснулись этого, а что касается моего собеседника, он ведь философ и политолог в одночас, да? И историк еще ко всему прочему. Ты кончал исторический факультет? Да, исторический. А защищался... Ну, тогда единственный гуманитарный факультет был исторический. Это сейчас у нас уже несколько гуманитарных факультетов. Это исторический факультет, философский факультет, потом Институт социальных наук, который имеет три подразделения: политологии, международных отношений и социологии. То есть у нас, конечно, гуманитарный блок за это время разросся довольно сильно. Ну, да? Тогда говорили в Одессе, что наш исторический факультет – это факультет директоров школ и партийных работников. Да, потому что, как правило, все-таки в начальство выходили выпускники этого. Нет, но в то же время, вы знаете, и многие в науку выходили. Почему? Потому что исторический факультет был базой, в общем-то, для того, чтобы вот потом, ну, те, кто наиболее, скажем себе так, продвинул в науке, они могли уйти либо на кафедру философии, тогда ее возглавлял Авенир Иванович Уемов, то есть это школа очень серьезная. Вот, либо на кафедру международных отношений, там была аспирантура, там Семен Щапатов и так далее. То есть там были сильные, сильные очень, так сказать, вот, лидеры интеллектуальные. Вот, и, конечно, вот тогда складывалась очень хорошая, очень серьезная школа. И историческая школа, и философская школа в нашем университете. Ну, в этом плане нам тоже повезло. А Венер, насколько я помню, был философом, да? Да, он философ, он занимался теорией систем, он в большей степени вот уходил туда, в теорию систем, гносеологию, вот такие вещи. Но насколько вот я помню и насколько рассказывали современники, он, конечно, собирал огромные аудитории вот, людей, которые интересовались этим, и это производило очень серьезное впечатление. С других факультетов приходили туда? Да, да, из других факультетов. А Патта, вообще-то говоря, не был объективным историком и философом. Он был американистом вообще? Да, он был американистом. Он тоже, по сути дела, вот с нуля создал свою кафедру. Причем кафедра, которая вот сочетала в себе и конкретную историю, и теорию международных отношений. Вот это, вот, мне кажется, очень, очень существенно. Спасибо. Так вот, я думаю, что вот это ностальгически теплое воспоминание о 60-х, а я сам имею честь и удовольствие принадлежать к младшим шестидесятникам, что атмосфера была абсолютно особенная, и что сегодня, и в особенности завтра, было очень теплым, ясным совершенно и позитивным, это правда. Но надо, наверное, подчеркнуть, Василий Васильевич, возразишь ты мне или согласишься, что речь, конечно, идет о молодежи, о послевоенной молодежи, которую не переломали предыдущие события, не растоптали. Во всяком случае, не настолько, когда Юра мне говорил, у меня этот свинец, Михайлик, сидит в позвоночнике. Я говорю, у меня тоже сидит. Он говорит, ну, у тебя в другой дозе этот свинец сидит. Он любил образное выражение. Ну, да, поэтому, да. Что речь идет главным образом о молодежи крупных городов, университетских центров. Вот. Если говорить о наших ровесниках, сам за Черной горой, а там еще большинство молодежи тогда находилось, они еще не драпанули тогда в Одессу, в Москву, в Ленинград, там в Киев, то, вероятно, они не так радужно воспринимали 60-е и 70-е, потому что труд был очень тяжел, очень груб, очень мало оплачивал. Нет? Я думаю, что ты, в общем-то, прав. Действительно, все, в общем-то, связано, ну, скажем так, с тем образом жизни и с тем качеством жизни, которое, в общем-то, тебя окружает. И, возможно, действительно, вот фактически 60-е годы – это были как бы годы разных времен. Вот есть время, которое открыто, с открытыми возможностями, есть время, которое, в общем, достаточно сложное. Но, согласись со мной, все-таки тема реализации себя, даже, скажем, при сложном старте, была гораздо более решаема, чем сейчас. Потому что сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с очень серьезным социальным расслоением, и, как правило, мы видим, что, скажем, элита как бы пытается вот закапсулироваться. Она, в общем-то, фактически воспроизводит только где-то себе подобных и близких. То есть там тоже была элитарность, там тоже были кумовство и так далее. Но вот система социализации, система, в общем-то, продвижения вперед, она все-таки срабатывала. Правда, с годами она работала все менее эффективно, но она срабатывала. И заметьте, что по сей день, в общем-то, те лидеры, которые сейчас и возглавляют наше государство, это же люди, которые пришли оттуда. Вот, и возгонка шла оттуда, в общем-то, Звитые. Из того времени. Да, да. Да, но там начался юмор наоборот. Деревню, в том числе деревенскую молодежь, а это главная производительная сила была в сельском труде,
до такой степени уже прижали этим трудом и этой мизерной оплатой, и условиями жизни, а появились телевизоры. Кстати, телевидение сделало большое одолжение, потому что там, наконец, появился телевизор, и люди вдруг обратили внимание, что их ровесники, такие же, как они, просто живущие там в 5 часах езды или в 4, или даже в 3, мы живем, молодежь городская, совершенно иначе. Иначе одеваемся, иначе ходим, иначе работаем, кстати, иначе устаем. Вот. И тогда, в общем, можно сказать, началась эта экспансия, оно хлынуло сюда, и кое-что вытеснило отсюда искоренного элемента. Надо же прямо посмотреть. Но, с другой стороны, это вполне закономерно, потому что, ну, по мере того, как любое общество развивается, понятно, меняется соотношение вот, между городом и деревней. Скажем, тот тезис о том, что вот, будем стирать различия между там, городом и деревней и физическим трудом, этот лозунг себя не оправдал. По сути дела, все стирание заключалось в том, что действительно люди из сельской местности хлынули в города, причем это тенденция везде. Вот, тенденция была европейская, и тенденция, скажем, вот если взять страны Латинской Америки, не говоря уже об Африке, там еще более мощный процесс шел, и это создало, кстати, многие проблемные ситуации, которые вылились сейчас, вот, сейчас в современные социальные конфликты. Это глобальная тенденция. Возьмите современный Китай, хотя действительно он огромных успехов добился вот за эти годы, фактически это уже первая экономика мира, то есть по валовому, конечно, внутреннему продукту, они уже американцев обогнали. Вот. Но, тем не менее, конечно, гигантские проблемы вот, с аграрным населением. Кстати, в этом плане была очень показательна недавно прошедшая конференция у нас в университете. К нам приезжали представители Академии общественных наук Китайской Народной Республики. Это очень сильная структура. Ректор этой академии там в ранге министра числится. Вот. И эта академия имеет порядка 38 институтов по направлениям. Социология, там, скажем, теория политики, теория культуры там, и так далее. И так далее. И вот у нас были социологи, которые, кстати, очень такой красивый расклад, вот именно социологический, причем честный расклад, вот, как происходит сейчас динамика вот, молодежи в городах, что происходит, какое расслоение в сельской местности и так далее. То есть это как бы ими анализируется. Вот, и я думаю, что, может быть, вот отсутствие вот такого серьезного глубокого анализа в те времена, оно, в общем-то, породило потом и многие внутренние социальные проблемы наши. То есть мы слишком жили декларациями и очень мало жили анализом реальных процессов. Вот, это как бы урок из прошлого для нас. Вот, надо, пора переходить действительно к изучению, глубокому изучению фундаментальных процессов с тем, чтобы, по крайней мере, просчитывать риски дальнейшего развития и как бы снимать те возможные опасные конфликтные ситуации, которые, естественно, будут вызревать в обществе, если не учитывать все эти тенденции. Вообще говоря, тут нельзя не согласиться, все очень точно. Одна оговорка должна быть сделана, мне так кажется, опять-таки, что когда, скажем, немецкий или австрийский или французский крестьянин был уже давным-давно фермером и под вечер одевал жилетку и белую рубашечку, наш крестьянин был еще товаром, который можно было продать, купить, поменять на что-то, поломать. Вот, он лично принадлежал как собственность. Вот, поэтому это разница в общекультурном смысле была велика. И разница, поэтому, я бы сказал, даже в географическом смысле, потому что европейские страны – это, в принципе, малые страны, где все это находится компактно под боком у городов. Вот, ситуация, если говорить о Российской империи, это бескрайние совершенно поля с огромной удаленностью от городов, которые практически могут жить вообще автономно и прочее. Отсюда очень многие, так сказать, вот такие жесткие решения, которые касались и земли, и прикрепления к земле, и все остальное. Отсюда, кстати, и проблема, связанная вообще с соотношением между городом и деревней. Если в Европе это естественным путем решилось, то есть есть фермеры, причем прослойка достаточно небольшая, есть городское население, где уже сложился какой-то баланс. Здесь, конечно, огромные проблемы. Вот. Но помните, еще Бердяев писал по этому поводу, еще когда в начале 20-го столетия вот, писал, так сказать, о проблемах России, включая и проблемы сельскохозяйства, он сказал так: русский народ пал жертвой своих пространств. То есть вот это вот давит довольно серьезно, оно и формирует очень многие вещи, и мышление, и политику, и вот все остальное. Отчасти же и жертвой, это даже политикой не назовешь, насиловать деревню до такой степени, это же нельзя делать вечно, рано или поздно пришлось давать паспорта людям,
пришлось их открепляет, так сказать. А дальше они, конечно, пошли туда, где лучше. Это же естественно совершенно вещь. Кстати, стирание граней, прокламируемое в 60-е годы между городом и деревней, проектировалось как поднятие уровня жизни в деревне. Это дороги, деревня до уровня города. Это дороги туда, это клубы и дворцы культуры, это интеллигенция молодая, которая должна туда двинуться и привнести туда все. Вот. А вовсе и это, не за кстати, счет... то же самое телевидение, которое должно конечно, быть для нас доступно. А вовсе не за счет того, что коренной элемент, они корнями же ушли туда, должны были, вынуждены были бросать все, там уже делать было нечего, и уносить ноги. А если кто-то на что-то способен, то, конечно, пускали корни здесь. Да, можем перейти конечно. К вопросам, да. Здесь, значит, два таких вопроса прозвучали. Ну, первый вопрос, это вопрос не ко мне, это вопрос, скорее всего, к вот, телевидению. Угу. Когда у вас будет студия Харченко, и всех поздравляю и желаю творческого успеха. Марина Игоревна, старая одесситка. Спасибо за поздравление, но а вот насчет Нелли Харченко, это уже кем будет, что вы можете сказать? Пока у Нелли Степановны, как я понимаю, по тем или иным причинам, скорее всего, по иным, не получилось прийти к нам в клуб. На телевидении она встречалась с творческой группой. Мне не удалось принять тогда в этом участие, хотя мы, мягко говоря, давние знакомы. Но я все-таки надеюсь, что, по крайней мере, на 60-летие она сделает нам честь. Но я могу развить эту тему еще тем, что буквально недавно, по-моему, 2 дня тому назад, на Мурвокзале состоялась такие встречи, причем, мне кажется, совершенно гениальный был вечер. Вот Нелли Степановна была... Ну, чествуемые, как говорится, вот всеми и, так сказать, со всех уровней. Встреча, это был такой, знаете, импровизированный концерт, она очень ностальгическая, там целая серия фотографий, в общем-то, каких-то фрагментов из телепередач вот 50-х, 60-х годов. Вот она, кстати, превосходно совершенно выглядит, вот очень подвижно, очень гибкая, вот с чувством юмора, все отлично. И, насколько я знаю, эта встреча снималась несколькими телекомпаниями, там было, по крайней мере, несколько операторов. То есть я думаю, что еще эти материалы появятся и, возможно, появятся в вашей студии. И вы знаете, вот я вынес впечатление, до чего талантлив вообще наш город. Вот, и он сохранил вот эту свою внутреннюю интеллигентность, внутреннюю талантливость, так сказать, невзирая на все там, перепады времен, событий и прочее остальное. Это дорогого стоит. Вот, давайте еще один фрагментик посмотрим в виде иллюстрации к нашему разговору. Раз уж у профессора так потеплело на душе от старых воспоминаний. Да. А здесь срабатывает рефлекс, вероятно. По Павлову, когда-то сидел мальчиком, это видел, потом оно где-то потонуло в повседневности, да. А сейчас оно опять поднимается, и мы опять мальчики сидим, смотрим телевизор, вот за что, конечно, благодарны нашему зрителю, которого зовут Аркадий Леонидович Гринь. Это из его личного архива. Thank you.
Да, есть почему ностальгировать. Ну, пусть это даже иллюзия. Но поэт сказал в честь безумцу, который навеет человечество, да, сон золотой. Да. И, кстати, том, кто писал и предсказывал коллапсы сегодняшние, среди них был и некто Мережковский, который просто называл это грядущим хамом, да? Вовсе не желая никого оскорбить, а просто констатируя факт. Ну, как в воду. Ну, да, глядя. Хам как, скажем, социокультурное явление. Совершенно верно, да. Тоже имеющий свою логику, да, социальную, да, и прочее. Василий Алексеевич. А, кстати, вот проблема, которую поднимал Хлебников, это действительно очень острая проблема. Почему? Потому что, ведь, заметьте, он наблюдал, что уже, так сказать, рушится империя, причем империя аристократическая. Аристократы же не просто люди, которые там, значит, выпендривались, ездили там в каретах и так далее. Нет, хранители, да, искусства, это, науки, это люди, которые несли совершенно иную, да, иной культурный стандарт. И заметьте, кстати, извини, только, да, Европа считала это, вот то, что они несут, да, великой русской культурой, российской, имеется в виду, великой живописью, графикой, скульптурой, наукой. Естественно, это было за счет того, что кто-то, ну, да, согнутый стоял там. И заметьте, вообще этимология слова аристократия, это же с древнегреческого «аристос» – достойный, то есть власть достойных людей, то есть человек с достоинством, лицо, с честью, умом. Лицо, да? И помните у Пушкина, вернее у Лермонтова, «невольник чести». То есть, может быть, ты и хотел бы поступить как-то подло, но честь твоя тебе этого не позволяет. То есть, это особая категория, и заметьте, как только она была ликвидирована, вот эта вот тема Хлебникова о грядущем хаме, она и сработала. То есть, по сути, прошло резкое снижение культуры. Люди во многом остаются носителями рабской психологии, но они перестали быть невольниками чести. Да, я, да, предпочитаю, да, рабство чести, честно говоря. Согласен. И однако ж, наша анкета, когда впервые будущий профессор и доктор наук Василий Алексеевич Попков услышал слово «телевизор», увидел телеприемник, когда он впервые появился в доме и когда сам впервые его купил. Ну, это был действительно вот где-то год, ну, не 56-й, где-то позже. Вот я еще ходил в младшие классы. Вот отец купил впервые телевизор. Более того, кстати, по телевидению впервые также тоже было зачитано мое стихотворение, значит, еще мне было лет 12, вот, но там оно было такое пионерское стихотворение, вот, очень такое наивное. «Взвейся да развейся». Ну, типа так, да. Вот. А насчет первого телевизора, честно говоря, не помню. По крайней мере, уже, так сказать, более современную модель, ну, купил где-то лет 5 или 6 тому назад, вот, так сказать. Насобирал финансы. Но это уже был импортный вариант, да? Да, это было Sony. А тогда, да, это было отечественный продукт. То был, да, то ли Temp, то ли еще что-то. В общем, какое-то такое очень прогрессивное название такое было у телевизора. Вот. Ну, это понятно, был черно-белый вариант, вот, ламповый такой телевизор. Ну и вот я наблюдал, что постепенно как бы сначала была вот эта вот телевизионная децентрализация, и вот мы как раз в процессе просмотра этих фрагментов говорили о том, что действительно страна тогда не жалела, в общем-то, на телевидение денег, хотя страна была далеко не богатая, вот, но тем не менее вот все то, что сейчас есть, оно же возникло тогда, в те 50, больше ничего не меняется. Вот. И еще вот я, по крайней мере, отмечал, что действительно очень тогда сильна была, прежде всего, областной уровень. Вот больше смотрели областное телевидение, центральное оно как бы фрагментами прорывалось. А потом, вот фактически, я помню уже в студенческие годы, когда центральное телевидение уже заполнило экран, вот мы же тогда проводили на областном сначала телевидении турнир рыцарей города-героя Одессы. Вот, я тогда имел честь принимать участие в этом турнире. Это предшественник московской передачи «Ну-ка, парни». А «Ну-ка, парни». Так в этом-то и вся фишка, что мы, значит, как раз сделали этот турнир рыцарей, причем там была масса таких элементов, значит, там мы должны были скакать на лошадях, и девушки держали эти платочки, мы должны хватать эти платочки, и кто больше платочков соберет, тот побеждает. Потом фехтовать, значит, у нас сверху такие шарики были, надутые гелием, значит, кто проткнет шарик,
шарик, значит, опять же, больше шариков, тот побеждает. Вот, потом, кто напишет там импровизацию стихотворную, тот побеждает и так далее. Вот так получилось, я занял первое место. А редактором снова-таки была Людмила Васильевна Сироткина. По-моему, да. Да, а режиссером Галя Захарова. Да, и ты знаешь, это все, а это все в цирке происходило, причем переполненном. Это действительно, адреналина было безмерное количество. Знаете, оказываешься в этих Юпитерах среди, так сказать, этого огромной массы людей. И потом мы эту передачу передали на центральное телевидение. Там они собирались ее как бы показать. Так и не показали. А потом уже вышла их, значит, программа «А ну-ка, парни, ну-ка, девушки». То есть идею они как бы, в общем-то, усвоили, но на этом вся наша, так сказать, дружба закончилась. Но за плагиат вы с ними не судились? Нет, 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 конечно. Понятно. Москва, старший брат. Да. Вот. А что касается того клуба, того цикла передач, когда мы с тобой познакомились, ты тогда был уже аспирантом, кстати, а не студентом. Да, по-моему, только поступил. Да. Худенький такой вот был. Ну, ты сейчас, в общем-то, в аккурат. Ну, тогда гораздо был. Да. И я помню, с Ниной Зайцевой вы вели интерклуб, потому что в Одессе было много иностранных студентов, в том числе и негроидной расы. Там особенно много было кубинцев, кстати говоря. Там, причем отличные ребята. Вот они как-то, знаете, вот они где-то ближе к нам по температуре. Очень открытые, очень настроены на дружбу, дружелюбие. Вот, очень, очень такие бескорыстные. Кстати, это был кубинский комсомол. Да, да, да. И вот их обучалось большое количество. Были, конечно, и представители арабских стран и так далее. Мне как-то особенно кубинцы запомнили, запали в душу. Они какие-то очень заводные. Они на лету схватывали, в общем-то, идею, как-то подключались к этому. И тогда действительно, вот мы с ними провели тогда салют-фестиваль, который тоже потом перехватила Москва. Вот. А значит, потом уже стали делать свои программы. Это был такой телевизионный интерклуб «Факел», то есть интернациональный клуб интернациональной дружбы, и вот там обменивались какими-то и номерами самодеятельности, в общем-то. И это уже 80-е где-то. Да, 80-е 80 годы. Какой-то 5-й, 6-й. И, то есть тогда уже, конечно, все было строже, то есть, в общем-то, все было, так сказать, залитовано, регламентировано и прочее, но все равно даже при этом была какая-то, знаете, вот открытость, импровизация, и даже вот эти все моменты, связанные там с какой-то регламентацией, вот они как-то воспринимались легко. То есть это не воспринималось, значит, как что-то такое, что вот может полностью, в общем-то, поломать об колено саму идею передач. Но, тем не менее, тот департамент с улицы Бибеля, о котором говорят, что это говорили тогда, самый высокий дом в Одессе, с него Магадан видно, да? Вот он все-таки поглядывал, потому что это были иностранные граждане. И Бог знает. Мы того не знаем, мы просто догадывались. Да, но мы даже, честно говоря, особо в этом плане не думали. Просто интересна была сама вот атмосфера общения. Как-то я очень дружелюбно был настроен к этим ребятам, они тоже, видимо, ко мне так дружелюбно относились. И, знаете, нравился сам процесс. Знаешь, первое время, первые даже лет 5-8, они разъезжали же потом после диплома на разные континенты. Все-таки многие писали, мы подружились очень близко. Из Индии получали письма, с Кубы получали письма, из Монголии. Вот. А потом как-то, видимо, там они ушли в быт. Ну, время, да, время затягивает. Вот. Если, допустим, даже вот одноклассники или однокурсники спустя там 10-15-20 лет уже как-то все реже-реже собираются, то и вообще перестают собираться. Что говорить уже о, так сказать, международных контактах. И, может быть, тут особая прелесть нашего учрежденного новорожденного клуба «Код» Одесского телезрителя, что он вот сейчас на протяжении последних там 3-5 месяцев как раз собрал людей, которые не затерялись как-то в лете. Ну, это хорошая идея, действительно. Известные влиятельные люди, и которые все в юном и молодом возрасте вот сюда приходили. Мне вообще вот нравятся такие начинания, понимаете, социокультурные. То есть, исторические. Да, потому что мы уже устали от политиканства, вот, а вот действительно такое культурно-историческое, вот такая традиция, тенденция, она очень хорошая, она как-то больше облагораживает общество, и больше облагораживает общество. И вот в этом смысле, конечно, вот я смотрю, новое дыхание получил клуб одесситов. Вот сейчас там масса вот таких интересных мероприятий, поэтических и прочее. Вот это вот ваша инициатива замечательная, вот действительно, клуб вот таких телевизионщиков, действительно интересно. Вот в связи с этим я хочу еще зачитать вопрос, но это как бы относится к первой части нашей встречи.
мы говорили об электронных средствах массовой информации и так далее. Ну, и вот Игорь Федорович, это постоянный зритель наш, вот, говорит о проблеме электронных книг. Я считаю, они отупляют человека. В жизни слишком много идей... слишком много у людей компьютера сейчас. Вот, книга есть книга. Вот, то есть обычная бумажная, читать надо вслух, чтобы человек умел высказать свою мысль. Вы согласны со мной? Да. Но отчасти да. То есть я еще раз говорю, вот проблема интернетизации, когда, в принципе, человек уже может получать готовую информацию, готовый текст, не добывать, не включая свои мозги, она, конечно, с одной стороны, создает возможности, но и является угрозой. И, честно говоря, я сталкиваюсь с тем, что, опять же, я не говорю обо всех, а определенной части молодежи резко снижается культура речи. То есть, вы понимаете, фактически люди обмениваются таким, знаете, телеграфным стилем обмена идеями. Но это, я не скажу, что это словарь Элочки-Людоедки, но в принципе, да. То есть так же, как, допустим, предельно упрощается интернет-язык, когда люди общаются, в общем-то, выдают какие-то очень краткие фразы, вот, не расшифровывая. Но на это, кстати говоря, указывал еще Маршал Маклюин, говоря о том, что средства массовой информации, вообще вот это господство видео, оно порождает особое качество человека, он его назвал видиот, слово видео. Вот, это, конечно, очень такая... Метко. Да, но это такая, конечно, крайне радикальная точка зрения. Но здесь я бы различал, то есть есть, допустим, просто электронные средства массовой информации, которые дают готовую продукцию, вкладывают в мозги, а есть электронные книги, это несколько другое. Это та же самая книга, но только она уже, так сказать, с текстами, которые являются, значит, ну или с электронными текстами. То есть, в принципе, эффект книги там срабатывает так же, как и у книги бумажной. То есть здесь разницы особой нет. А вот эта проблема, действительно, это серьезная проблема. Вообще, извини, первый удар, как ни странно, нанес кинематограф, который стал очень бурно, особенно в 50-е, 60-е годы, иллюстрировать, вычислять литературу. С одной стороны, это правильно, для школьников понятно, что проще посмотреть «Войну и мир», там 4 mm-hmm. серии, чем читать вот это все. Вот. Один мальчик даже написал в сочинении, что в конце концов Наташа Ростова вышла замуж за Бондарчука. Потому что Бондарчук играл там Пьера Безухова. Старшего или младшего? Старшего, конечно, младший-то пешком под стол. Но, знаете, я поймался на чем. С детства знакомый мне Остап Бендер. А как он был знаком? Буквы, шифры, которые я перекодировал, и образовался какой-то вид. Свой какой-то внутренний образ. Образ мой. Я когда пошел смотреть швейцарского «Золотого теленка» с Юрским... Тебе уже вложили... Я был разочарован. Нет, я его не так. А когда пару лет спустя я посмотрел уже «Гамиашвили», я понял, что все-таки с Юрским это ближе. Ближе, конечно. То есть мы-то Зиновий читаем... Гертом гениальный совершенно, да. Паниковский. Вот читаем... Паниковский – это Зиновий Герт для меня. Попадание в десятку. Мы-то читаем, и у нас каждого свой герой. Конечно. Следовательно, мы читаем... А смотрим, получаем в готовом виде. Но мы читали и сходили в кино. Сегодня, когда ходят в кино меньше, тоже кино, телевизор, но еще и не читают, они получают в готовом виде, да, это обалование. И кроме того, заметьте, снижается качество кинематографа, в основном к нам идет уже такая импортная продукция, в основном американская продукция, голливудская, то есть там, конечно, обалденные совершенно технологии съемок, то есть там спецэффекты грандиозные, там какие-то, значит, трансформеры работают. Но фактически фильм опускается до уровня просто какой-то сказки. То есть обязательно есть там какая-то баба-яга, которая олицетворяет зло, или там какой-то, значит, псевдодракон, вот, обязательно есть какой-то супермен, который, значит, олицетворяет. И все. То есть там уже нет вот психологии героев, там нет переживаний исторических каких-то сюжетов. А что такое американская мечта? Да, да. Это же вот контекст фильма. То есть есть, конечно, есть отдельные фильмы, которые иногда попадают в наш экран, иного плана, конечно, серьезные, глубокие и так далее. Но мы сталкиваемся, опять же, с эффектом видеота, понимаете? Вот, дает нам Юлия Брославская, наш режиссер, целую минуту, 60 секунд. Для того, чтобы... А мы уже вот-вот подобрались к первому числу. Да, да, да. Это последнее, как один киногерой говорил, запоминается лучше, да? Пару теплых слов на прощание на данном этапе, потому что мы тебя ждем 1 числа. Во-первых, самые теплые слова ветеранам нашего телевидения, к ним я и тебя, Ким, отношу.
Действительно, люди, которые сумели вот сохранить ту, вот, ту линию, вот, ту атмосферу, которую вот я почувствовал, когда я еще был совершенно юным, вот, атмосферу серьезную, глубокую, творческую, вот я бы хотел, чтобы эта атмосфера не уходила, вот, и эта атмосфера приносила какие-то, вот, давала какие-то новые импульсы вашему современному творчеству. И хочу пожелать, чтобы, наконец, и вот ваша телекомпания все-таки с момента 56-го года получила гораздо больше и средств, и возможностей, и техники, и так далее. Это самое главное. Вот эти последние слова лучше и запомнятся. Да? Их бы Богу в уши вообще бы цены не было. Шановні друзі, мы вдячні вам взагалі за все. І за критику вашу, і навіть за критиканство без цього не буває. От оце ті люди якісь понад нервові чомусь. Темперамент. Ми призначаємо вам подальше побачення. Налаштовуйтеся на нашу хвилю, здоровіше будете. І пам'ятаєте, що через тиждень нам виповнюється 60 років. 56-й, 2016-й. Усіляких гараздів.